центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоялся новогодний утренник с гостями и подарками. Наши воспитанники с нетерпением ждали этого праздника, потому что они тоже дети, хотя и особенные. В нашем центре обучается 27 детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, а также детки с проблемами в развитии в возрасте до 3 лет. И на сегодняшний день они имеют квалифицированную помощь специалистов, заботу и внимание здоровых сверстников. Это ребята из волонтерских отрядов, которые приезжают к нам ежемесячно, вот в преддверии новогодних праздников, даже ежедневно. Они имеют помощь администрации нашего города. У нас в этом году был выделен автобус, специализированный для подвоза детей, а также специальный подъемник, а также имеют помощь и от организаций, предприятий нашего города. И сегодня у нас здесь, на нашем представлении, на нашем празднике собрались наши самые лучшие друзья. Это представители Белорусской железной дороги, мясокомбината, льнокомбината, компании «Арифлейм», «Беларусьбанка», «Купрынок», департамент охраны. И сегодня они все пришли с подарками. Мы здесь ежегодно. Ощущение приятное, атмосфера праздника, детки. Детки придумывают разные номера, участвуют в праздничной программе. Не первый год участвуем, и в этом году мы дарим деткам мясные консервы для детского питания. И хотим поздравить всех с наступающим Новым годом, и детей, и родителей. И хотим пожелать им крепкого здоровья, чтобы были счастливы в наступающем новом году, и чтобы их все достижения, все умения только развивались и умножались в трикратном размере. И все детки были счастливы. Многие организации стали здесь уже гостями постоянными, и не только на Новый год, ведь и в будни детям всегда хочется праздника. В Новый год мне хочется всем им пожелать крепкого-крепкого здоровья. Исполнение всех самых сокровенных желаний, а также успехов во всех их делах и начинаниях. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».